О переходе в высший дивизион этот клуб уже и не мечтает, причем давно. Ой, сейчас бы вообще до вылета не скатиться. Рамос. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Джеко. Это может быть опасная атака. Насри. Ховард. Рамос. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Такими действиями игру не обострить. Ни к чему не привел навес. Мяч у защиты в итоге. Совершенно логичное решение. Хорошая скидка партнера. Посмотрим за этой атакой. Насри. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Мяч уходит на угловой. И решили разыграть побыстрее угловой. Это опасный штрафной. Мяч летит в сетку. Гол! Нет гола. Положение вне игры. Мяч будет введен из аут. Аут. Насри. Мяч перехвачен. Шансар. Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. Де Йонг. Рамос. Не прошла эта передача мяч у соперника. Насри. Может получиться интересная атака. Надежно играет защитник. Атака прервана. Джеко. Ховард. Удар по воротам. Будет угловой. И разыграть решили угловой. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Рамос. Тут силовая борьба. Рамос. Хороший по задумке пас. Прошла передача. Можно выходить к воротам. Можно бить. Есть гол. Счет открыт. Ну что, лиха беда начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре.
Это вам не прямой удар с носка с закрытыми глазами. Это совсем другое дело. Да, ювелирная работа. Идеально закрученный мяч, который идет точно так, как и хотел игрок бьющий. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Насри. А вот сейчас может быть опасно. И есть гол ответный. Ничья у нас опять. Здорово сыграли. Молодцы. Вот это я понимаю. Сколько человек можно было бы записать в ассистенты? Каждый отработал на все 100. Ни одного лишнего движения. Просто прекрасная комбинация. После ответного мяча у нас 1-1. Тут может что-то. Нарушение и штрафной удар. Защита справляется. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Ховард. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Де Йонг. Туран. Перехват мяча. И можно начинать. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Это может быть опасно. Штрафную подачу есть. В перекладину мяч попадает. Удар заблокирован. Счет прежний. Пересек мяч боковую линию. Это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Ну, кто так играет? Отлично сыграно. Надо решать. И подача туда, в сторону ворот. Ну и выносить мяч надо. Ховард. Есть поддержка в этой атаке. Можно что-то придумать. Пытается защита выбить мяч. Он бьет. И на месте голкипер. Угловой. Нет, не дошел этот пас до адреса. Посмотрим, сколько времени добавлено. А сейчас вперед можно выйти. Забивает он гол, да. Да, сыграл действительно классно и воплотил в забитый мяч преимущество своей команды. Получите гол в раздевалку. Безусловно, это обескураживает, так что тренеру придется хорошенько взъерошить своих ребят в перерыве. Обидно? Конечно, обидно. Но любая расслабленность чревата. Туран. Получает он эту передачу. Может быть опасно. Нужен навес. Подача в штрафную. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Ну что же, команда готова, тренерские установки получены, можно начинать. Это может быть опасно. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Судья показывает, что будет угловой. И прямо в центр штрафной мяч летит. Рамос.
Дезенандо. Здорово сыграно. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Ставит. Отличный удар. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Мяч за пределами поля. Угловой. Мы слышим свист трибун. Это болельщики хозяев недовольны затяжкой времени. Гости выигрывают, торопиться им некуда. Если так дальше пойдет, то судья щедро добавит к основному времени матча минуту-другую. И подача тут же. Хороший пас. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Три один счет. Результативный получается матч. Джеко. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. На пару решили разыграть эту комбинацию. Здесь защита справляется, мяч отобран. Отлично сыграно, надо решать. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Вот вам лишнее подтверждение поговорки «Везет тому, кто везет». Вот вышла команда, играет, бьется, старается. А что там писали, какие прогнозы давали букмекеры, сейчас это не интересует никого. Очень может быть, что команда добьется положительного результата. Знаешь, я в полнейшем восторге. Обожаю такие победы. Это вот тот настоящий футбол, который очень хочется смотреть. Толкается с защитником, но мяч сохраняет. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но свисток арбитра молчит. Можно продолжать игру. Есть адрес у этой передачи. Голкипер забирает мяч. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. Тут может что-то получиться. Джек. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Левандовский. Ну а здесь кого винить? Только себя любимым. Де Йонг. Забирает мяч голкипер. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Тут может быть опасно. Великолепный гол! Потрясающая атака, великолепный прорыв и роскошный гол. 5 голов уже забито в этом матче, счет 3-2. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Ушел мяч. Аут. Спасает вратарь команду. Потрясающая реакция. Удар с такой дистанции было очень тяжело взять. Мяч летит в центр штрафной. Мяч за боковой линией. Джеко. Ховард. Отобран мяч. Надо возвращаться.
Левандовский. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Пошли последние 10 минут игры. Левандовский. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Такой матч просто обязан держать напряжение до последних минут. Это может быть опасно. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Рамос. И эта атака завершается свистком арбитра. Слишком поторопился игрок. Офсайд. Левандовский. Насри. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Не стал ничего придумывать защитник. Просто вынес за боковую. Отличный отбор. Но кому достанется мяч? Посмотри по сторонам. Есть кому отдать пас. Туран. Осталось играть 3 минуты плюс то, что добавит арбитр. Голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Судья добавляет 3 минуты. Так, теперь все вперед. Вратарь вперед. Все вперед. Атакуем. Рамос. Ну что же, игра завершилась. Tell you I'm